Всем привет! Я, в общем, связала спинку. Вот она. Я связала перед. Вот он. Вот горловина. Вот. И сегодня я связала, значит, рукав. Вот. Дочь сказала, чтобы, ну, никаких рисунков, ничего не было, просто гладь. Вот. И, в общем, вот я сделала рукав вот так гладью. Вот, и, в общем, вязала я по выкройке. Я сделала выкройку и вязала я по выкройке. И вот у меня как вот закручивается по бокам, чтобы не закручивался мне постоянно, значит, не прикладывать к выкройке. Я, в общем, вот эти места, которые связала уже, я просто пришила их бумаги. Вот, и остальное я просто подворачивала вот так вот бумагу и вязала. Потому что другого способа я не нашла, чтобы постоянно мне прикладывать и постоянно тут расправлять. Это очень долго. Вот, и в общем я решила вот так вот. Это потом все уйдет. Будет кругленько. Вот, ну в общем, вот я один рукав уже связала. Мне остался один рукав сшить и обработать горловину. Вот. И меня, в общем, спрашивали, во сколько мне, значит, обойдется, ну, вот это платье, какую сумму. Вот, в общем, я связала рукав, я взяла два новых моточка, и вот у меня осталось вот столько двух мотков. Я вяжу две ниточки. Вот, в общем, другой рукав я буду брать, чтобы мне не привязывать, чтобы делать не узелки, чтобы не делать узелки, я возьму новых два мотка. Вот. И, в общем, в общей сложности у меня ушло 12 мотков по 100 грамм. В общем, один моток стоит 80 рублей. В общем, ну вот это выходит кило. Ну, если вот так останется немного ниточек, я не знаю, ну, может быть, если еще с другого рукава столько же останется. В общем, я не знаю, тут 100, если из двух мотков будет, тут 100 грамм. Это надо взвешивать, не знаю. В общем, если грубо считать, то кило 200, даже, наверное, кило 100. Вот. Но если грубо считать, если кило 200 уйдет, и, в общем, это получается 1120 рублей выходит. Ну, если отсчитать 100 грамм, в общем, минус 80 рублей. Вот, если со всех моточков соберется 100 грамм, что у меня остались, потому что у меня вот здесь тоже еще немножко осталось моточков. Вот. Ну, в общем, выходит кило 100, наверное, на все это платье. Вот. Ну, в общем, 1120 минус 80. Вот. Это будет, значит, 1040, да, где-то. Вот. Ну, в общем, где-то так. Вот. Ну, в общем, завтра я начну вязать второй рукавчик. Вот. И у меня скоро платье будет готово. Вот так выглядят мои растишки. Мои перчики. Вот в этой коробке они так неплохо стоят. Принялись хорошо. В этой коробочке вот они похуже были. Это самый последний я пересаживала. Вот один что-то какой-то мне не очень-то нравится. Вот этот перчик. Вот так вроде бы ничего. Вот они у меня тут стоят под лампой. Вот. Ну, вроде вот ничего. И вот здесь вот такие вот перчики. Самые лучшие вот в этой коробке. Вот, а это уже такие. Ну, рассадила, жалко выкинуть. Мы купили землю, теперь надо пересадить вот эти вот перчики. Пикировать. Вот так вот они у меня поживают. Я на всякий случай еще сюда подсеяла и забыла накрыть целлофаном. Вот. Вот так вот у меня поживают. Вот, вот такая лампа у меня. Вот. Стоят под лампой.
У меня сегодня на ужин два блюда, потому что одни не едят рожки по-флотски, а другие не любят гречку. Это у меня гречка с приправой и с фаршем. Такая каша гречневая. Вот, а это рожки по-флотски я сварила. Вот, приходится варить два блюда. Так вот мы храпим. Всем привет! Я хочу показать свои сосульки, которые растут вверх. Вот. Вот мои галоши, если кто не верит. А вот сосульки. Вот так они у нас растут вверх. Вот есть еще одни. Вот такая вот сосулька. Сейчас я отойду подальше. Во весь рост покажу. Вот. Такие вот сосульки у нас. Вот. Снег тает. Мокро. Вот. Под ногами. Микулечку я постригла, как могла. Немножко, чтобы хоть он некий. Вот. Ну, в общем, снег тает, садится. Все мокро. Вот, хорошо будет, если он немножко подтает. Я боюсь, что мы плавать будем. Вот. Вот так вот. Сегодня чистили клетку. Только какой, я не знаю. Вот у нас папа клетки чистит. Да, папа? Привет Ютубу. Вот. Вот такой у нас механизм. Вот. А так мы чистим, потому что уже были морозы, чистить нельзя было. Вот. И все клетки вот такие вот уже грязные стали. Ну, не все, вот часть. Вот. Ну, в общем, сегодня мы чистим. А ее не надо пересаживать? Может, ее закрыть не там? Не надо, она сама будет. Да? А, ну, хорошо. Она не будет. А ты какую еще почистил? Вот рядом которая? Да, одну пока. Сейчас надо привязать поводкой. Чтобы это не закрывалось. Ладно, я пошла. Вот, в общем, сегодня мы чистим клетки. Что-то с неба сыпется. Погода вот такая пасмурная у нас. Тучки. Вот.